Всем привет, ребятки! С вами Димон Про, и сегодня мы будем смотреть новости от KeePlanets от Хактайма на русском языке. Так, давайте. You've been waiting a long time. Вы так долго это ждали. But today we will talk about it. Сегодня мы поговорим об этом. Ready. Готов? We will give you the release date of Evil Nun Rush. Сегодня мы сообщим дату выхода Evil Nun Rush. And finally, и наконец-то. Mr. Me Too pre-registration and a sneak peek. Пререгистрация Mr. Me 2, первые его кадры. Are you ready? Готов? Hello everyone, welcome to KeePlanets. Всем привет, добро пожаловать в KeePlanets News. Evil Nun Rush is almost a reality. Evil Nun Rush уже почти реальность. And we have a release date. И нам уже известна дата выхода релиза. This game was a challenge for us. Эта игра была для нас испытанием. It was our first time developing this type of procedural level game. Это была наша первая разработка такого типа игры. Понятно. Типа всегда было прохождение игр и бесконечная игра лабиринт. Это для них, конечно же, новый тип игр. With Evil Nun Maze, we noticed what was missing to make this game really amazing. В Evil Nun Maze мы заметили, чего не хватило, чтобы сделать эту игру действительно потрясающим. You will finally learn the story of William Bismarck, the Blue Hat. Вы наконец-то узнаете историю Уильяма Бисмарка, ребенка с синими руками. And a child, his relationship with the Grail and how he lost his leg. Его отношение к Гралю и то, как он потерял ногу. Кстати, ребятки, знаете, вот у меня предположения такие, как он потерял ногу. В концовке Evil Nun Rush именно Уильям забегает от монашки, но та как-то отрубывает его ногу, но он только ему пришлось пожертвовать ногу, чтобы сбежать. Типа она так бы его не отпустила. Вот какие-то такие предположения. Ну, вряд ли все в точь-в-точь будет. Here it is. The release date. И вот дата выхода. Are you ready? Ты готов? Дата выхода 20 мая. What are you waiting for? Чего же ты ждешь? Pre-register now and don't miss the pre-registration rule. Пререгистрация уже доступна, не пропускай. За нее награда. Один. Mr. Me 2 is coming sooner than you think. Mr. Me 2 выйдет раньше, чем ты думаешь. And Dr. White has got something to tell you. И доктор Уайт хочет тебе кое-что сказать. То есть, ребятки, а теперь мы узнали имя доктора. Типа его вроде не доктор просто звали, теперь доктор Уайт. Кстати, ребятки, я смотрел другой перевод, тоже как тут. Только там, в общем, еще говорилось за то, что если ты пройдешь именно в Evil Nun Maze уровни челлендж, 80 уровней, то там награда дается именно монеты за улучшение в Evil Nun Rush, да, монеты, когда уже игра выйдет. И второе уже именно футболка с монашкой дается, это вам так говорю, что это для того, чтобы доказать, ну, челлендж, чтобы доказать, что ты настоящий игрок в лабиринте, и награда же за это дается. Hello, everyone. Всем привет. I've stopped my research for a moment to inform you about very important. Я на многочисленные прекратил свои исследования.
чтобы сообщить вам об очень важных новостях. Но он прекратил свои, ну, исследования, то, что он всегда, он же доктор, и он, типа, прекратил быть, типа, своей карьерой доктора, видимо, я так думаю, и решил быть обычным человеком. Да, это уже, я считал, что это он уже был до того, когда именно стал доктором, но, блин, я не прав, я бред сказал, конечно, все не так. Сегодня утром я прочитал в газете, что они собираются казнить мистера Мита. Ну, видимо, это трейлер именно будет, где нам именно приходит этот доктор Уайт и говорит, что то, что он сегодня услышал. Именно, что сегодня казнят мистера Мита. Ну, не сегодня, мне кажется. Ну и вот, в общем, сообщил нам, видимо, главному герою. Безусловно, весьма впечатляющие новости. Подождите, я там пропустил. Он уже давно сидит в тюрьме. И, по-видимому, это было последнее предложение. I'll get dressed and gather myself. Я оденусь и соберу свои вещи. I'm gonna get on my way to prison. Я собираюсь отправиться в тюрьму. Do you dare to go with me? Ты осмелишься пойти со мной? Me? Ну, в общем, да, ребятки, он нам просто говорит, например, в трейлере, я так могу предположение сказать, что он сегодня услышал именно новости, что его собираются казнить, и он хотел посмотреть на это, как все это будет. И он приглашает нас в тюрьму. И потом мистер Мид вырывается и просто творится хаос. Он всех вырубает, и, короче, я так думаю. Потом мы с ученым убегаем, куда-то прячемся, и он как смог всех поубивать. Не знаю, да, где-то у кого-то найдет пистолет, и их по всех вырубают. Я так думаю, что вся тюрьма будет в трупах от него. Ну, то так я думаю, вообще. Wait. Is Mr. Mead going to be Подожди, мистер Мита собирается казнить? Executed. What do you think is going to happen? Как ты думаешь, что произойдет? Want to know more? Pre-register now. Хочешь узнать больше, регистрируйся прямо сейчас. I hope you liked the video. If so, click on the like button and subscribe to the channel. Bye-bye and see you soon. Ну ладно, ребятки, мы будем заканчивать. С вами был Димон Про. Пока-пока.